5 годов позбавления воли с конфискацией маемости и позбавления права занимать посады, связанные с административно-господарчими и организационными функциями. Такий присуд вынес суд Кастрычинского района Могилева былому выполняющему обязанности наместника директора Могилевского мясокомбината. Суд признал ее виноватой одразу по двух артикулах криминального кодекса: крадеж шляхом злоуживания службовыми полномочиями и присвоение або растрата. Правоохранники высветлили, что под выглядом проведения дегустации обвинувачиваемая вывозила с предприятия колбасную продукцию, а потом ее выкрадала. По информации следства, только за один день снежня 2014 года обвинувачиваемая скрала продукции на сумму больше за 100 миллионов неденоминованных рублей. Огульная сумма шкоды, якую она нанесла предприятию, оценивается миллиардами. Милиционеры высветлили, что так званая дегустация она проводила неодноразово протяглый период часу. Согласно приговору, последняя признана виновной в хищении продукции мясокомбината путем злоупотребления своими служебными полномочиями в особо крупном размере и в присвоении имущества предприятия лицом, которому оно уверено, совершенное повторно. Ущерб, причиненный совершенными преступлениями мясокомбинату, составляет более 1,5 миллиардов неденоминированных белорусских рублей.